Приветствую всех из городка Грасс-Валле, Калифорния. Приехали мы вот на такой дом. Сейчас покажу, что из себя представляет этот дом. Изнутри. Если заходишь в него слева, у нас тут гараж. Бойлерная. Справа комната с такими вот большими окнами. Гардероб, туалет, ванная. Мы занимались сегодня вот ванной. Вот. Дальше идем. Идем дальше. Если после выхода зайти направо, вот огромный такой, огромная комната. Высоченная, с кухней. Тоже выход на улицу. Сколько тут метров? 5-6 высота потолков. Ну и две жилые комнаты. Налево жилая комната и направо. А между ними ванная комната. Ну, в каждой комнате понятно, что находится гардеробная. И здесь гардеробная. Вот так вот живут американцы средней руки. Не сказать, чтобы это люди были богатые, но тем не менее, смотрите, как здорово. Кухня. И снова выход. Выход на другую сторону. Ладно, всем пока, берегите себя, своих близких, подписывайтесь на канал.